зацеплены внутренними войсками, и войска не дают подойти ближе, чтобы снимать ближе. Друзья, я понимаю, давайте начнем наш митинг. Мы рады всех приветствовать. В первую очередь, мне кажется, самое главное, это митинг не партии, это митинг граждан. Митинг организованный простыми людьми, людьми из интернета, людьми из улиц. И одно из правил, которое хотел с самого начала сказать, мы бы хотели, чтобы здесь было по одному флагу от организации. Здесь не так важно показать, сколько флагов от той или другой организации, а важно, что пришли люди. Люди пришли не за флаги, люди пришли, потому что у них украли их голоса. На этом митинге будет много выступающих, но слово будет дано первый раз пришел в политику. Для тех, для кого... Максим Томжин, человек, который просто выиграл группу ВКонтакте, который вступил человек, и они могли вывести множество людей сюда, а также Болотную площадь и множество площадей в нашей стране. Максим. Добрый день! Когда 5 я со своими товарищами родил идею организовать санкционированный митинг здесь, в Петербурге, совершенно не верил, что это возможно. Но мы прошли через все взгляды, через... особенно было трудно отнести все это между различными организациями. Но мы все это преодолели, и вот мы здесь. И спасибо прежде всего вам. Мы вместе. И мы, я уверен, добьемся честных выборов. Спасибо. Теперь я хочу предоставить слово депутату Государственной Думы, видному политическому общественному деятелю, одному из лидеров партии «Справедливая Россия» Оксане Генриховне Дмитриевой. Очень важно хочу сказать, что никаких мандатов мы с тобой не будем. И не надо нам здесь устраивать провокацию. Друзья, давайте с уважением относиться к чему-то. Можете отписывать, кричать. Вам мужества не понимать. Поэтому вы нас не испугаете. Мандата «Справедливая Россия» по вас не будет. Но при этом «Справедливая Россия» считает, что выборы были нечестными, фальсифицированными. Мы эти выборы не признаем, требуем пересчета голосов и назначения новых выборов. Ага. Если вы будете кричать, делать провокационные заявления, что мы ничего никогда не добьемся. Друзья, желаю вам порядка. Давайте уважать друг друга. Потому что только в этом наша сила. Продолжайте. Еще раз я повторяю. Если будут исходить от вас, от тех, кто должны отстаивать интересы демократии, Мы в нашей компании очень часто сталкивались с тем, что те, кто должны были служить нам опорой, как основной оппозиции Единой России, выступали как провокаторы. Вот очевидно, с такими провокаторами мы здесь и сталкиваемся. Еще раз повторяю позицию нашей партии. Мы за то, чтобы были назначены новые выборы,
эти выборы мы не признаем. Мы единственная партия, которая не признала результаты выборов. У нас украли победу, потому что мы единственные действительно поддержали единую Россию. Большинство граждан проголосовали за нас, и эту победу у нас украли. И мы с этим не смиримся. И мы будем давать отпор как тем жуликам и ворам, которые у нас украли победу, так и тем провокаторам, которые сейчас приезжают и делают провокационные заявления. Победа будет за нами, мы будем бороться всеми доступными средствами, прежде всего законными. Провокаторы, вот жулики и воры, вот! Друзья, если мы уважаем друг друга, как вокруг, ребята, через вход. Люди, которые через вход там, где вход есть там. Тем, что всех нас обманули. Большая пауза.